Привет, друзья, подписчики, просто зрители. Доброе утро всем. Приехали мы сегодня на рыбалку. Льдина зацепилась, да? Я думаю, там для рыбы, все же снимем. Лишь ластиной морской. Вот, я смотрю, его пустит. Опа-на. Ну все, давай тогда рыбу, ничего надо. Да нафига тебя не... Какой зверюга! Уже ловил? Нет, первый раз. Красивая желтенькая. Слабенькая. Скрипит. Вообще сегодня никак. Вот вчера ловили. Это вчера? Да. И вчера тоже ничего не было. Вчера тоже не было. Ребята, конечно. Только в аквариум. Чувствуется, да? Ну, поливал шмахалку потащил. Эх, я, да? Какая? Подсечь надо было сильнее вовремя. Ты сразу за фотоаппарат берешь. А вошел потом сразу тебе раз вот. В рыбинспекцию вон туда. Шух, и сдал. Льдину тоже захотел сфотографировать. Ну, я думал, там где-то имень влетел. А ловят потихоньку. Польку только отдай. А у него хвост, два. Ну, голова хрустает. Два штуки влетело. Ой, не в яблоках. Конь в яблоках. Ты его накрыл, походу. О, красавец. Вот это все на хапку такое. А вон там у нас рыбинспекция. Вон она. Прямо напротив рыбачимся. Коняра. Хороший коняра. Открывай хапку. Рыбы нет. Одни коньки. Больше бы коньков можно и снизу. Можно такие, ну. Давай, вытаскивай. Ух, ёлки-па. Да. Крупняк допирает. У меня такие проскакивают. У меня случайно. 55-ка, а у тебя, наверное, 40-ка, блин. А, да, это старая, наверное. Вон те 55-ки. Здесь, наверное, даже 35-ка у тебя. Нет, тут 35, нет, 40-ка, наверное. А не, что такую дичь мы не ловим. Не, ну такую-то мы, блядь, отпустим. Давай, пускай. Ух, какой. Не хочет убегать. Я убежал. Вот хапушку он подтягивается сверху. Только... Ноги можно из нее вытащить. Я только стрельнул, блядь. Ага. Вот она. Опускаем до дна. И на дне она там раскрывается и ловит рыбов. Типа. Да. Такие наши. Солнышко всходит еще только. Там вон вода. Камера. Она будет подниматься в передок. Наш Амурск. Накатано? Да. Там еще пока некого снимать в лунке. О, счастье рыбацкое привалило. Я бы посмотрим, как он будет их выпутывать. Ну так, мучится выпутывать. Я их даже не буду запускать.
варенику, блядь. Качак-то. Крепуны, блядь. Крепуны. Крупные еще, нихуя. Ну, уху. Не, я больше одну поймал. Больше? Больше. Есть какие-то вообще крупные попадают. Красные вот такие. Полники у них. Плавники прицепляются. Да, это же пила, блядь. Там еще зазубрина на ней, да? Да? Ножовка ебаная. Серьезно, рыбка. Ну это ты мало, мало что-то. Мало, в прошлый раз больше было. Да я видал, по 30 штук бывает зазубрина. Ага. Вот сука. Пизда. Это клюет. Ладно, разбирай. А у меня ни хрена не клюет. Пойду к Саньку погляжу. Зашуршал амур. Нёх, я бегу. Вот об этом я и говорил, ребята. Ребята, вот это называется петля для рыбака. Ништяк, ништяк. Кадр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Короче, много. Да давай. Ты ее сложи, да, чтобы видно было. Готово? Да-да-да, счастье привалило, развел, да? О, боже. Ну что, геморройно выбирай? Да? Нормально? О, это выскочило. Это не мягко. Вас тут клево уже. А? Не, смотри, а дыба вас уплыла. Опять косаточки. Красавица. Фух, красище. Запускай, да? Конечно, зачем такой малёк совсем. Нял? Нял, кидай. Поплыл. О, это хороший, по три даже. Одного, блядь, отпустить надо. Ну да. Пельменю мы его не дадим. Пельменю карасями хвалить, идет в бань. Ну да, блядь. Тебя касатки живет, нахуй. Хотел убежать. Спасибо, блядь. Я рыба. Молодец. Редкая рыба амура. Чухонь называется. Ну я вот такого выпустил, блядь. Нет, ты меньше, я сейчас меньше выпустил. Меньше я, был. Я говорю, выпустил. Да. Такого. Ну не трогай, не трогай, не твоя рыба. Вот отклюнул хорошо, блядь. Зайчиха. А, ну вот это вообще нормальный карасюха такой. Говори, что больше, чем у Вани. Да в разы вообще. Карасишка. Ну вот уже ничего такой. Недобный. Это вообще печальненько. Амурский карасик. Два хвата. А, конек Валентин. Да, вальку, да, просил. Сильно. Но. Сколько я тут у тебя на капушке? Тридцатка? Тридцатка? Тридцатка. А? Они вот сорок, соответственно, нет. Загняра. А! Гучу, гуч. Вот. Наш амурский с черными пятнышками. Ава! Эй, бля! В крови вся! Задуши вот ее бедный! Щеренок, щипачок.
Все, можно домой ехать.